Ксения Занина – новая яркая звездочка на творческом небосклоне. Воспитанница детской школы искусств делает большие успехи в вокале. 4 декабря в Арзамасе саровчанка участвовала в вокальном конкурсе «Арт покорения вершин». Под руководством педагога Анжелики Ермаковой Ксения подготовила выступление для двух номинаций – «Эстрадный вокал» и «Авторская песня». Я исполняла две песни, то же самое, когда мы вместе, и исполняла песню «Ассоль». За песню «Ассоль» мне вручили первое место, лауреат первой степени, а за «Когда мы вместе» мне вручили лауреат второй степени. В номинации «Авторской песни» Ксения выступила с композицией «Мы вместе». Ее написала выпускница детской школы искусств Валентина Кочкина. Ксюша уже исполняла это произведение на всероссийском конкурсе фестиваля «Единство». Когда мы вместе споем все песни, пустицы мира над землей кружат они. Еще в раннем возрасте Ксения поняла, что хочет петь, и мама отдала ее в детскую школу искусств. В творческом пути юную вокалистку поддерживают родители и друзья. В детстве я хотела стать певицей, знаменитой, но я даже не помню, что меня привлекало, но мне просто хотелось петь. Друзья на всяких конкурсах разных, то есть даже если они там не присутствуют, они болеют за меня, хотят, чтобы я выиграла. И родители тоже поддерживают. Также Ксения Занина вошла в десятку финалистов проекта «Первый шаг» в номинации «Юный вокалист». Сейчас воспитанница детской школы искусств готовится к суперфиналу, который пройдет 12 декабря в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.